Всем привет! И тема сегодняшнего ролика – это курение и памятники искусства в городе Нижний Новгород. Я курильщик и курю уже более 10 лет. Начал 9 марта 2009 года. И как курильщик я иногда чувствую себя бесправным и беспомощным, а также ограниченным. А началось это все с 23 февраля 2013 года. Именно тогда вступил в силу федеральный закон номер 15 об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Закон, вводящий полный запрет курения во всех закрытых общественных местах в соответствии с рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Из 2013 года я и многие другие курильщики более не можем курить в кафе, в барах, в ресторанах, в вагонах поездов, в парках, около школ, институтов и в принципе в общественных местах. И это абсурдный закон, словно дискриминация по половому признаку или по сексуальным предпочтениям или по цвету кожи, как было в Америке в начале 20 века. И данный закон, к сожалению, не получится отменить, потому что мы живем в такой стране, где есть еще и другой абсурдный закон о защите чувств верующих. Я вот, например, не люблю толстяков, которые потеют в общественном транспорте, но почему-то закона, запрещающего толстякам потеть в общественном транспорте, нету. Хотя, с учетом абсурдности всех принимающихся сейчас законов, возможно, и такой закон, или законопроект, или поправка скоро будет у нас в стране. Но к чему я начал этот монолог о запрете курения и при чем здесь памятники искусства в Нижнем Новгороде? Отвечаю. На фото, что сейчас у вас на экране, вы можете наблюдать не просто здание, которое съедает дедушка время, а четвертый корпус НИИ ПМК, государственное научное учреждение, научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. И как сказали люди из управляющей компании рядом стоящего бизнес-центра, это исторический памятник. И у исторического памятника курить нельзя. Видимо, это его оскорбляет. И не то состояние разрухи, в котором он находится, а именно процесс курения оскорбляет исторический памятник. Абсурдно, опять же, да? А теперь вопрос, как в нашей стране что-то может быть хорошо с образованием или наукой? Ответ – никак. Никак, потому что корпус научно-исследовательского института находится в таком состоянии. Памятник искусства находится в таком состоянии. И этот памятник в 10 минутах ходьбы от Кремля, от самого центра города Нижнего Новгорода, одного из крупнейших городов России. И это центр города. А что не в центре, а что за городом, что в селах, в деревнях. Да еще хуже. И властью имущим плевать, потому что у них нет на это денег. Деньги есть только у них в карманах, а карманы от этих денег трещат по швам. А раз карман трещит по швам, значит и здания должны трещать по швам. Видимо, такая абсурдная логика. И можно это исправить только одним моментом, распространять подобную информацию, как можно больше распространять. Потому что они, все эти депутаты, все эти властимущие, они не любят такую информацию, они ее не читают, они ее не слушают, они ее не смотрят. Но если ее будет слишком много, если она будет полностью заполонять их обзор, то возможно что-то и поменяется. Возможно, это приведет к тому, что мы все-таки сможем жить в прекрасной России будущего. Ну а пока нам остаются только разрухи. Поэтому обязательно распространяйте этот ролик и, в принципе, если находите такую несправедливость, то говорите об этом и просите распространять. Ну а с вами был Данила Рыжкин. Надеюсь, я до кого-то достучался и, возможно, что-то после этого изменится. Всем пока!